Так, сегодня мы будем говорить, опять же, о событии, вроде бы, общеизвестном, но внутренние его механизмы, честно говоря, полностью неизвестны до сих пор. Я имею в виду так называемое дело Бейлиса, хотя тот же самый Жаботинский, о котором мы говорим, предлагал его все-таки называть делом Ющинского. Значит, ситуация была известна. Это нахождение трупа мальчика Андрея Ющинского, ученика Софийского училища в Киеве, которое было найдено в пещере с уколами, обескровленное и так далее. И очень быстро появились сообщения о том, что это убийство ритуальное. Значит, ритуальное убийство, в отличие от того, что вы вчера слушали, убийство ритуальное русского царя, это выдумка, никакой там ритуальности не было. А ритуальное убийство – это старое обвинение, существующее давным-давно, по крайней мере, запредельных каких-то времен, когда сначала в этом обвиняли вообще ранних христиан за причастие, а в районе первого крестового похода начали обвинять евреев. Связано это во многом с тем, что мы сейчас не будем обсуждать теологические особенности, но с канонизацией, так сказать, причастия, то есть когда появилось, значит, материализованное тело и кровь Господня, с которой можно было начать какие-то действия. Два слова, которые я скажу, еще касаются теологии, потому что без этого деваться некуда. Дело в том, что все это началось, как вы понимаете, если это первый крестовый поход, все-таки в католических странах. А у католиков, как вы понимаете или не понимаете, видели или не видели, причастие совсем не такое, как в православии. То есть никакой чаши с крошечкой, так сказать, хлеба, просфора нет. А есть обладка, то есть такая вафелька серенького цвета, которую, значит, получает прихожанин, а вино пьет исключительно священник. Нет сочетания вина и крови. Поэтому существуют такие обвинения, как, например, истязание гости. Если в ней находится тело и кровь в полном соответствии с символом веры, где, как вы понимаете, другая конструкция Святого Духа в этом случае. Недаром и разные причастия. Так вот, одно из обвинений, которых не может быть в православном мире, это истязание гостей по причине отсутствия гостей. Второе. О чем это говорит? Это говорит о том, что если гостей нет, и если у нас есть просфора и то причастие, которое вы прекрасно все знаете, то получается, что остается, грубо говоря, только тело. То есть если кто-то собирается приносить ритуальную жертву, то он должен использовать тело, чтобы это было религиозно. То есть проблемы убийства, зверства и каких-то там еще психопатологических нас сейчас не интересуют. Как только вы произносите слово «ритуал», вы должны определенным образом действовать для того, чтобы этот ритуал соответствовал символу веры, ради которого вы это делаете, либо ради опровержения того символа веры, с которым вы будете. Поэтому, если мы говорим о православных кровавых наветах, то их и меньше, и по времени меньше. И, соответственно, они должны иметь дело с телом. При этом возникает очень сложный вопрос перевода католической традиции на православную. Это же в некотором смысле серьезное дело, если православные с католиками до сих пор не могут договориться, а тут что? Вдруг договорятся по этому узкому поводу? Очень сомнительно. Так вот, на протяжении всего 19 века, а формально считается, что первая книга о кровавом навете называлась книга монаха Неофита. В принципе, крещенных евреев часто называли неофитами, новообращенными. Вот, то есть как бы еврей, который открывает некие тайны, тайны еврейства. Тайны эти должны быть такими, что это должен быть старший сын, тоже раввина старшего сына, другим это не передается, это большая. Значит, тайны, и вот я уверовал в Христа, хочу вам открыть все эти злобства. Вот обычное содержание книги, книг типа книги монаха Неофита. Значит, считалось, что по-гречески она издана в 1803 году, никто ее не видел никогда. И вот через несколько лет, там, в 12-м, появилась
издание на русском языке. У этого есть странное соответствие, у этого третьего года. Дело в том, что третьим годом условно датируется появление того, что с трудом можно назвать будущей русской еврейской литературой, а именно пьеса Лейба Неваховича «Вопль чери иудейской». Первый вопль, обращенный к понятно какому царю Александру I, обращен к тому, что еврей такой же человек, ему нужна свобода. И вот Россия ее дает, и значит, пойми нас, прими нас. А вторая, очень интересная, и это рассуждение на тему о том, что кровь еврей не пьет, что не верь в это дело. Это интересная мысль, но она не настолько интересна. Если мы вспомним, когда произошли разделы Польши, то есть когда, собственно, возникла эта большая вся проблема, мы поймем, что если это в районе 90-х годов, 1790-х годов, я не хочу разбираться в этих первых, вторых, третьих там, дележках, по-английски это хорошо называется «portion of Poland». Так вот, значит, мы называем разделами, а не разделкой на порции. Так вот, ну это шуточки такие, понятно, неофициальные. То, соответственно, понятно, что возникает именно эта проблема. И вот так получилось, что никому в голову не пришло прочесть эту книгу монаха Неофита целиком. Потому что в истории, собственно говоря, кровавого навета православного, предъявляется только ровно два обвинения. Один пасхальный, это мы сейчас опишем в связи с делом Белиса. А второй, не знаю, видели когда-нибудь такое пуримный навет. То есть там никого не убивают. Надо, значит, расположить тело в виде, понятно, как крестных мог, и долго-долго колоть иголками, значит, это самое. Кровь эту как-то там потом использовать. По поводу крови все тоже не так просто. Если вы откроете, значит, эту замечательную книгу, то первое, что поражает при ее чтении, а также любых теологических книг такого рода, что кровь нужна евреям абсолютно во всех их обрядах, а таких обвинений просто не было. От того, что надо яйцо, значит, разбить пополам и туда добавить кровь на свадьбу, до, значит, вот этих самых странных наветов на любые другие праздники. А пуримный навет, он еще более интересен, и понять его без того, что я сейчас буду говорить, просто нельзя. Значит, это посыпание некоего порошка в хоментаж. То есть, ну мы знаем, что это то ли карман, то ли ухо Амана, но тут посыпают, понятно, маком или чем-то подобным. Да. А можно вопрос, а кровь идет чья-то? Ну, естественно, христианская всегда. Ну как, это еврейское ритуальное убийство, другого дела нет. Но, если оно ритуальное, вот в том-то и дело, что то, о чем мы сейчас с вами будем говорить, не обсуждалось на процессе. Мы вернемся сейчас к процессу. Я специально вам хочу рассказать, что, собственно, там цитируется, на что ссылаются и что не обсуждается. Так вот, пикантность состоит в том, что, как вы понимаете, если кровь надо применять, этот хумантаж, ну ладно, применяйте, но почему же порошком? А так надо же повторить то, что видят они, вот этот треугольничек, да, с маком? Или с вареньем. Но в мацу добавлять кровь? Простите, там ограничено количество воды, ограничено время закваски 18 минутами, есть способы приготовления. Как представить себе, куда она тут попадает? В воду. Да. Ну, конечно. Вот, в том-то и дело, что ли. Вот если бы все было так, если бы. Нет, там же ничего, кроме воды, быть не может. А это уже добавка. А евреи святой народ, они же не могут нарушить закон. Так вот, и, соответственно, проблема хуже. В этой книге мы прекрасно видим, что далеко все не так просто. Значит, ну, это неприличный текст, я буду излагать кратко, поэтому вы будете впечатлены. Значит, берется христианин, берется кровь. Кровь берется почему-то из брюшной жилы. Кстати, на всех картинках польских, вот, которые вы видите, обязательно вот, снизу есть уколчик. Там же картина этих уколов есть, это не просто так. И, значит, соответственно, эта кровь должна быть в таз некий слита, ее надо болтать. Затем надо соорудить что-то типа обыденного плата. Представляете, что это такое? С миру по нитке голому рубашку, фартук, знаешь, штука, значит. Надо взять ниточки сделать, специальный платик сделать из них. Вот. И, соответственно, окунуть сюда, высушить, сжечь и столочь. И вот тогда не будет проблем. А зачем это? Бред. Неужели, чтобы только посыпать на этот самый хоментаж для украшения?
Ну, конечно, нет. Это имитация жертвы Иерусалимского храма. Потому что, если вы посмотрите, как там поступают с этим быком, как, значит, кропят эти занавеси святой святых, то увидите, что это просто... Сейчас у меня просто нет времени, мы сейчас не теологическим у нас лекция все изучать. Значит, в принципе, в моей большой книге я отдельно берет себе специальная глава по теологии Кровавого Навета, посмотрите, она захватывающая. В этом смысле, то есть люди работают с реальными религиозными. И вот работа с этими религиозными реалиями приводит к тому, что надо этим евреям объяснить, что мы ничего такого не добавляем, что это вообще прах, так сказать, добавление праха. Конечно, вопрос кошерности здесь сложный, но, то есть, мягко говоря, неразрешимый, но при этом он все-таки, по крайней мере, все соблюдено, и раз это какой-то тайный обряд, то в тайном обряде могут быть какие-то, значит, особенности, которые не знают общие простые люди. Вот, значит, вот такая книжка, замечательная, и ее, значит, предъявляют в 1900, ну, не знаю, как говорить, 11-13 году в качестве доказательства на суде. И суд по делу Бериса, который я не хочу рассматривать его уголовную часть, она была веселой. Эта часть, связанная с сменой нескольких следователей, с посадкой в тюрьму тех следователей, в частности Мещука, который не верил в, значит, ритуальность. Кстати, три следователя подряд, не верившие, ну, они идут куда-то, и, ну, как-то у них не получается. Значит, они просто, кто-то сидел в тюрьме, кто-то был снят с поста, кто-то был убран из Киева, то есть просто черти что. И, значит, соответственно, в российских газетах можно было найти сообщение о том, что куда, собственно, шли эти следователи. Мы обычно слышим, вот когда вы открываете, там, не знаю, энциклопедическую статью, что вот эти следователи торжественно добрались до некой шайки, некой Веры Чеберяк, и вот они там продавали вещи, мальчик за что-то обещал их раскрыть, за это его убили, и это подделали под евреев. Вот это стандартная такая штука. Если вы откроете российские газеты, то вы увидите куда менее приятные подозрения. Значит, и там будет написано, что место, где было найдено тело, это не просто зад завода, принадлежащего некоему еврею Хасиду Зайцеву, это не просто, значит, какие-то там воровские на Лукьяновке в Киеве, там, какие-то, значит, малины, а речь шла совсем о другом. Но вот это промелькивает в газетах, что это задняя сторона забора, как они выражались, киевского корпуса, то есть офицерского училища. И что незадолго до этого там было несколько подобных убийств. То есть это, извините, ну, сейчас у нас из-за политкорректности мы не будем говорить каких. Мы сделаем вид, что мы не знаем. Вот, что может быть в корпусе военном. И, соответственно, они шли в эту сторону, а вот это было не нужно уже никому. Значит, это как отсечено. Потому что иначе какой смысл бесконечно сажать этих самых следователей, ну, меняйте их и попытайтесь что-то доказать. Это с одной стороны. С другой стороны, те люди, которые об этом деле рассказывали, не очень хотели рассказывать всю его предысторию. Когда-то, когда я открыл книгу мемуаров самого крупного деятеля этого дела, адвоката Грузенберга, самого яркого, то я специально делаю эти оговорки, потому что большинство историков считает, что главное здесь уголовная часть была доказать. Я занимаю совершенно другую позицию. Значит, уголовная нужна как техническая сторона, но дело это было хитрее, было очень хорошо поставлено, великолепно. Потому что нам сейчас будет надо, чтобы понять позицию Жаботинского по этому вопросу, а не просто рассказывать вам про это дело. Мы будем продолжать наше движение. Так вот. Дело в том, что и, значит, и он, и, значит, Иоанн Кронштадтский выступали, между прочим, с призывом против погромов, но одновременно с призывом к еврейским матерям не пускать своих детей в революцию еврейскую. Вот. И тут же он написал в ответ на какой-то запрос о, значит, этих кровавых наветах, примерно такую фразу. И даже потом вспоминает, что такое писал, вот это попортило мои отношения с евреями, которые до этого были, значит, совершенно нормальными. Да мне наплевать, пусть один раз в 20 лет кого-нибудь там в лесу замочат,
Пусть они изготовят в бутылочках этот свой порошок и хранят, хотя бы в революцию не пойдут. Вот примерно так. То есть без контекста выступления против погромов это вообще выглядит как черти что. А в контексте, ну, все это на грани, конечно, допустимого. То есть за гранью. Это с другой стороны на грани допустимого, да? Так вот, и вот этот человек, возглавляя, значит, ну, грубо говоря, синод, только не будучи, конечно, оберпрокурором, понятно, возглавляясь от церкви. Синод же это министерство, как Петр создал, да, не сегодняшний синод. Он совершенно неожиданно повел себя абсолютно детективным образом. Он выступил против всего этого. Но если мы посмотрим внимательно, кто был сторонником обвинения Бейлиса и кто противником, то мы здесь увидим не русский, не русский, не верующий, не верующий, а разделение пойдет по совершенно другому. Те, кто поддерживают инославие, то есть исихазм, и нет. Это страшная борьба внутри русской православной церкви, которая закончилась вывозом на канонерских лодках, значит, монахов, русских монахов с Афона. Потому что если бы дальше там продолжались те события, драки и все, что там происходило, Россия бы лишилась своего места на Афоне, куда сейчас Владимир Владимирович любит ездить. Просто бы лишилась. Потому что Афонская, так называемая, республика, это монастырская, имеет свои законы. Так вот там были сторонники этого самого имя Славия, которые утверждали, что имя Бога есть Бог. Именно этих людей активно поддерживал отец Павел Флоренский. Но этот господин был главным редактором Богословского вестника. Мне было бы все равно, если он просто поддерживал. И он не мог печатать статьи в их поддержку, поэтому в книге Розанова «Обонятельные и осязательные отношения евреев в крови» Омега – это статьи Флоренского. Собственно говоря, он спровоцировал Розанова на такой психоз, до чего он там дошел. И что, в общем, ему сказал на всю его жизнь. Но он занимал позицию верующего человека глубоко церковного. Вот представляете себе, религиозная экспертиза в такой обстановке. Но и это, значит, тоже еще не все. Итак, погибает пример Столыпин, значит, один кризис. Столыпинская реформа, не Столыпинская реформа, влияние Столыпина, не влияние, продолжать линию Рита, продолжать линию Столыпина и так далее. Одно. Раскол в русской церкви. Видите, зверски. Значит, необходим раскол в праве. Вот в этих людях, которые, пытаясь выполнить, по их мнению, важную государственную задачу, разобраться с революционными жидами, они, значит, играют вот в эту хитрейшую игру с этой самой юридической перспективой. Честно говоря, когда я много лет назад начинал заниматься делом Бейлиса, я совершенно не понимал, о какой юридической перспективе идет речь. Ну, нету этого. Если бы не мемуары вот эти вот Грузенберга, еще раз повторяю, глава о деле Бейлиса – это сильная вещь, и рядом сверхсильная, ну, просто пустая. И вдруг вот ключ в совершенно другой голове. Представляете? Значит, вот у нас складывается система, еще и тогда и кризиса российского правосудия. При этом революционная ситуация, и на полном серьезе, революционные партии, я не хочу смеяться над теми советскими историками, которые об этом много писали, но писали только об этом, о том, что Бейлиса спасли забастовки там каких-то юзовских шахтеров, ну, донецких. Ну, были они, были, все использовали это. Вот что такое конфликт, это опять еще раз повторю, никогда не столкновение двух людей. Обычно этих двух политика просто сносит, вот если двое на верхушке, но никак не могут решить вопрос личный. Кончается это всегда так. Вот. В редких случаях кончается убийством, но это уже плохо. Это мы с вами изучали по другой причине. Да? Статьи А, к чему это приводит. Значит, если все-таки в республиканском строе до такого не доходить, то это один разговор. Но у нас абсолютная монархия. Есть один в итоге человек на верхушке, который вот должен между всем этим как-то существовать. Суд. Значит, благополучно готовится, и появляется, наконец, в 13-м уже, кажется, году в начале, официальное обвинительное заключение. Жаботевский выступает в газете «Одесские новости» со статьей «Дело без Бейлиса». Она никогда почему-то, тоже, она, кстати говоря, есть в этой самой библиографии, вместе с 7 статьями по кровавому навету. О чем статья? Статья о том, что я посмотрел это обвинительное заключение, в ней есть все, что угодно. Есть про жидов, есть про тело Ющинского, есть про экспертизу, ну, про историю там. Тут нет Бейлиса. Обратите внимание, что потом в газетах будут говорить, как в какой-то из присяжных проголосовавших против, говорил, як же Бейлиса судить, коль о нем речи нема.
Обратите внимание, профессиональные юристы, журналисты и вот это. Так вот, появляется, значит, это обвинительное заключение, и дальше начинается суд. Сам по себе суд шел очень интересно. Ну, уголовная часть была действительно очень слабая. С ней тут Маклаков и Григорович Барский разобрались так, что до полного комизма. Но выступают вот эти самые эксперты, и вот нам перестает быть смешно. Если бы это были профессиональные судьи, тут бы все и закончилось. Но задача вложить в головы этих присяжных набор мифологем. И теперь я обращаюсь к статье Жубатинского, которая общеизвестна вместо апологии. Она есть в фельетонах, и я не собираюсь ее цитировать, вы ее легко найдете в интернете. Но мысль была такой, что евреи не должны, значит, сами садиться на скамью подсудимых, что мы ни перед кем не собираемся оправдываться, что особо нации царственной, я это говорил по другому поводу, не подлежит суду. Это была цитата, вот такая вывернутая из Руссо, другой общественный договор. То есть никакой ни моральной оценки, никакой нации быть не может. А получается, хорошие и плохие нации. А дальше было написано, что нечего участвовать в этих судебных процессах, когда у нас вместо парламента сборище непонятно кого, вместо суда это сплошная драка. И дальше. А что если, логика, обратите внимание, я сейчас о логике, статьи найдете, не проблема. Значит, а что если завтра более грамотные люди нам чуть более грамотно это все подложат? Мы так и будем говорить, что вот предыдущий суд нас оправдал, а нам всегда скажут, ну может быть еще один. В наших книгах этого нет, значит вы не знаете какую-нибудь одну тайную. Вот эта вот позиция отказа от защиты, вот это и есть место апологии. Я не собираюсь оправдывать и восхвалять свой народ, потому что это не обсуждаем. А если каким-то идиотам очень хочется посидеть на скамье подсудимых, то они имеют полное право, значит, своих идиотов туда и посадить. Вот сами себе сидите и доказывайте. Это абсолютно выделялось из всей русской прессы, эта позиция. И она, в общем-то, в итоге была отчасти реализована адвокатами. Но все-таки надо было понять, а почему в Киеве можно говорить вот о каких-то подобных каких-то сектах. Они говорят, что мы разве обвиняем всех евреев? Мы только секту хасидов. Дальше выяснилось, что нашелся некий Шнерсон, приехавший из Австрии, и еще какой-то там еврей. Один торговал, значит, мукой, другой вообще оказался студентом, не знающим русский язык. А все не важно. То есть им забивают Шнерсон туда, еще что-нибудь. Тут выходит книга Розанова о сектантах русских. Кондратия Маливана там, и так далее. Кстати, Розанов не только значит, не любил Иоанна Кронштадтского, еще не любил очень сильно Антония Храповицкого. Там никакой любви не было, видите, как вот жизнь устроена. И он в конце книги вдруг написано: «И я вижу, как из-под морды Маливанова вылезает борода Шнерсона». Поэтому, когда в той книжке, которую я вчера вам показывал, вот эти, о национализме, еще до дела Вереса, обязательно была глава из мира сектантов. Тогда дикое развитие сектантства еще идет в России. И допустить еще православное сектантство вот в виде имяславия тоже невозможно. И второе лицо в нынешней РПЦ, митрополит Илларион, один из самых крупных историков этого дела. Он автор гигантского двухтомника «Священная тайна церкви» об имени. Теперь давайте посмотрим. Если встает вопрос вот этого имяславия, является ли имя Бога Богом, то это я очень примитивно говорю. Поэтому это не является сейчас научным заявлением, просто так, констатация. Так вот, мы должны с вами понять, в чем иудаизм отличается от христианства. В иудаизме есть имя Бога? Его нет. И вот то, что я сейчас скажу, было напечатано. Он возглавлял движение, посмотрите какое, по недопущению евреев присяжные и поверенные. Поэтому появление, представляете, Щегловитов этим командует. Здесь появляется, значит, Грузенберг, которому дал значок Щегловитов. С противоположной стороны появляется человек, который возглавляет движение по борьбе с появлением, значит, жидов, надо понимать, в присяжных поверенных. И тут появляется крупный юрист Замысловский. Значит, это что такое?
суд России был тогда не совсем такой, как сейчас. У нас нет такого явления в сегодняшнем суде, она бы, которое называется поверенный гражданской юстиции или гражданского истца. То есть, когда у вас есть, ну, убийство там, убийство, да? Когда у вас есть какие-то гражданские претензии в рамках уголовного процесса, то получается, что на той стороне государство и прокурор, ну, следователь, кто хотите, а на этой стороне никого. То есть, как бы гражданин должен сам. Так вот, русское законодательство подразумевало такую штуку, как, значит, эти вот присяжные, поверенные гражданской юстиции. Это были адвокаты, присяжные поверенные, чтобы спор был равным, профессиональным на такие темы. Вот этими людьми были Шмаков, я сказал, что это замечательная личность, и Замысловский. А вот Замысловский, при всем том, что потом писал толстые книжки об убиении Сережи Ющинского и так далее, он серьезный юрист, и не менее серьезные юристы, значит, Маклаков, Грузенберг, Григорович Барский, Коробчевский, это все классики адвокатского дела, произносят следующую вещь. Значит, уже все понятно, кто-то с кровью связан, кто-то кому-то давал, там, и так далее, все очень хорошо. И вдруг он произносит следующую вещь. Грузенберг или кто-то из них, Маклаков, не помню, обращается к стороне вот этих вот граждан, поверенных. А как вы вообще обсуждаете в российском суде проблему кровавого навета, если этого нет в законодательстве? Такая штука называется нарушение юридической перспективы. То есть, чтобы суд не занимался черти чем, в суде можно обвинять только в том, что конкретно прописано в законе. Иначе вы будете обвинять, 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 и судья примет решение, этого нет в законе. Вот чтобы этого бреда не было, и суды не занимались неизвестно чем. Есть понятие юридическая перспектива. У нас ее употребляют как судебная перспектива. Дело не имеет судебной перспективы. Это не очень грамотная советская трансформация. Конечно, есть еще о юридической перспективе. То есть не находится в рамках правового регулирования. Вот что это такое. А не обязательно принятие судебного решения. Можно и на стадии следствия остановить. Если идет следствие по тому, что нет в законе, это такое же нарушение юридической перспективы. Поэтому вот это вбитие в головы людей, вот этого термина непонятного, имеет перспективу в суде, не имеет перспективу в суде, это одно из конечных, это через детективы все идет, одно из конечных высказываний адвокатов или следователей. А вообще-то речь идет о юридической перспективе. То есть можно было следствие прекратить по такому делу на основании отсутствия. Его никто не прекращает. И вот здесь важно, мы еще политическую с вами сторону тоже посмотрим потом этого дела, зачем это все было нужно. Его никто не прекращает, оно идет и доходит до суда присяжных, и принимается по нему решение. Так что это такое? А теперь мы смотрим. Грузенберг, Замысловский и еще некоторые. Не совсем адвокаты. Дело в том, что в царской России существовала такая вещь, как Сенат. Бывали суды просто особого присутствия Сената. То есть Сенат — это судебная вещь. Вот. И, соответственно, если не так, ну, в этом случае, если особое присутствие, вот когда там всяких революционеров, рабочих, кстати, были особые присутствия, то особое присутствие — это специально созданный суд. Вот что такое особое присутствие. Вот. А здесь это означало, что у вас есть апелляционная инстанция. То есть следующая инстанция будет в Сенате, да. Это Сенатский комитет. Я не знаю, что такое. Можно по-разному. Ну, в Сенате будем говорить. Так вот, по меньшей мере трое господ — сенатские адвокаты. А теперь представьте себе, мы приговариваем Белеса любой ценой. Вот мы иногда удивляемся, мы читаем дело, ну что люди делают? Ну, об колено ломают просто. И ведь в итоге, сразу вам скажу, никакой победы не было. Проголосовали 6-6 и приняло решение бригадир, которого 2 голоса в таком случае. Представляете, что это было? То есть, на самом деле, называть, так сказать, неуспехом, это трудно. Это все чушь собачья. Но они шли, вот эти серьезные люди, сами деятели судебной реформы, сами члены этих кружков, все друг друга прекрасно знали, шли на пролом и с двух сторон сопротивлялись непонятно чему. Вот теперь, я думаю, вам понятно, что в Сенате стал бы вопрос о том, что Щеглавитов, который в это время сам министр юстиции, он как убрал это примечание, так он его поставит, у дела окажется судебная перспектива. Вот можете себе представить, что идет вот это обсуждение,
Вот теперь, когда, если вы посмотрите, это бесконечное следствие, судебное следствие, что они там обсуждают, это станет понятно. Вот где конфликт. Я уж не говорю о том, что психиатрическую экспертизу потребовала защита. И приехал академик Бехтерев, который вообще-то ученик Сикорского. Это еще опять учитель против ученика. То есть степень напряженности того, что там происходило, степень подразумевания многочисленных вещей превышала все допустимое. Вот когда такое происходит, то, естественно, мы задаем вопрос теперь, а что в стране? И как вы помните, мы с вами читали статью про Багрова, да, тратили время, и я тут художественно исполнял. А теперь мы не будем тратить на это время, мы просто скажем, что происходило в момент появления ритуального обвинения в 2011 году. Ну, это март-апрель там какой-то. Значит, появляется ритуальное обвинение. А когда арестован Белис? Только в августе. Еще нету, значит, арестованного нет. Как такового. Есть труп, есть следствие, есть все что угодно. Надо жидов искать, все хорошо. Но он-то арестован в районе августа. Не помню там дату у меня на это. Сейчас памяти уже нет, не важно. А Столыпина-то убивают после ареста Белис. И вот теперь мы снова вспоминаем полковника Кулятко, который должен был охранять, значит, нашего дорогого премьер-министра Столыпина, который этого не сделал, и он остался на работе после этого. Поэтому, раз уж идет дело Белис, и Жаботинский пишет в декабре, как вы помните, 2012 года статью об этом памятнике Столыпина, он там не просто так называет Кулянка, потому что в середине 2012 года к евреям попадает закрытое обвинительное заключение. И они начинают обращаться в разные юридические и религиозные инстанции. Но это будет чуть позже. А пока опять источник, который никогда не был использован почему-то до меня. Понятен, какие-то вещи просто не могу. Я не историк в таком прямом смысле. Вот собрал источники, оценил, построил некую схему, опубликовал те источники, потом пишешь книгу. Я так не работаю по причине, что я просто не это. Просто в Иерусалимской библиотеке, когда я отбывал срок по, значит, фонду Яда Надив, постдок, я просто взял книгу, в которой была написана «История русского еврейства», написанная по-английски, на чудовищном английском языке. Примерно на таком, на котором у Жаботинского написаны были мемуары, которые я подумал. Значит, адвоката Марголит, а ведь это первый адвокат Белиса. Между прочим, тоже отстраненный, лишенный там всего, были попытки его посадить. Якобы за переговоры с Чеберяк, чтобы она признала свою вину. Кстати говоря, Мищук тоже там якобы подделывал какие-то, значит, следственные документы, чтобы вот к нужному привести. То есть, видите, дискредитация шла как надо. Если у вас будут доказательства, то они либо с адвокатской стороны, либо с стороны следствия, с которыми мы разбираемся, они будут поддельны. Так вот, эта история российского еврейства, примерно на треть состоит из описания дела Белиса, совершенно необычного. Опять же, я боюсь, что английский язык Истсайда с идышским акцентом вот опять препятствовал тому, что это было прочтено. Так как мне, как вы понимаете, все равно на неродном языке, что читать, то можно читать и это. И вдруг мы читаем. Когда меня семья Белиса пригласила, значит, вот, поучаствовать в этом деле, никто ничем не интересовался. Я с диким трудом пытался уговорить людей, юристов, значит, принять в этом участие. Никому ничего не было нужно. В нашей стране этой муры не может быть. Это все ерунда. Ну, арестовали, как юристы, как мысли, да, как врачи. Что неважно, отпустят. Я, пытаясь вот пробить эту стенку, в итоге пригласил Грузенберга. Маленький вопрос, а почему Грузенберг? Потому что Грузенберг в 2006 году участвовал в так называемом деле Блондеса. Что ж такое было дело Блондеса? Это дело виленского парикмахера, которого обвиняли в том, что он парикмахерскими ножницами источал у какой-то служанки две капли крови вот отсюда. Сначала, ну, на сгибе локтя. Значит, тут возникает вопрос, а зачем? А это еще один вид, не описанный в монахе Неофита.
Где одевается? Понятно? А теперь мы переходим к самим. Значит, надо было, чтобы на виске жертвы было 47 уколов в виде буквы ШИН, нанесенных левой рукой. Нет, филин. Знаете, что это? Чтобы ШИН был. Вот эта хрень, вот эта вся, на полном серьезе рассматривалась с участием раввина Мазе, значит, двух священников, в частности, католического священника Пронайтиса, который много раз попадался на том, что он путал католическое, там останавливали просто. Двух, значит, из Печерской лавры там граждан. А вот русская церковь, действительно официальная, выступила против. И, значит, соответственно, почему? А что в это время происходит в русской церкви? Вот вы понимаете, когда взрывается, вот я ему говорю, вот, значит, заряд. Тогда правящим архиереем Синода был, значит, не митрополит, еще архиепископ Антоний Храповицкий. Антоний Храповицкий – замечательная фигура, который, ну, каким-то чрезмерно грубым антисемитизмом никогда не отличался. Однако он был игуменом Почаевской лавры, а это главное место по изданию кровавонаведной литературы в России. То есть количество этих листков почаевских, оно превышало все допустимое. Так вот. И, соответственно, этот самый господин поддерживал довольно, кстати, очень крупный теолог Русской Православной Церкви. Это без шуток. Это организатор зарубежной РПЦ, Карловацкого раскола. Это есть о чем поговорить. Совсем не пустое место. Мягко говоря, отличная книга Достоевского. О нем вспоминал епископ Родзянко, как я к нему пришел во время революции, спросил, скажите, а большевики дьяволы? Что вы, обыкновенные бандиты? Это вопрос о уровне теологической мысли. Он делал почти, правильно, да, наверное, что. Так что это серьезный человек. Нет, действительно, я без шуток это говорю. И были применены действия, связанные с газетами, влиянием на парламент со стороны газеты наоборот. То есть то, что происходило в России. В этом смысле дело Белеса не средневековый процесс, а в высшей степени модернистская авангардная постановка. Блестяще проведенные теми, кто ее делал. Что они проиграли дело, вопрос другой. Они учитывали все приемы обвинения. Есть такой исследователь, я вернусь сейчас, естественно, к ритуальному убийству, не волнуйтесь, помню. Есть такой исследователь антисемитизма Поляков, двухтомник которого он должен быть известен. Он делит историю антисемитизма на две части. На эпоху веры и эпоху знания. Так вот, это процесс эпохи знания, когда применяется патоанатомическая экспертиза, когда применяются физико-химические методы. То есть, что это значит? Позитивистские вещи применяются, объективные как бы. И при помощи их доказывается вот это вот наличие ритуала. Сильно, да? Вот поэтому, значит, продолжаем, что, собственно, говорит Жубатинский в этой статье. Я был совершенно поражен, когда ее увидел, потому что вот такой простой схемой никто не предложил. Ну что такое ритуальное убийство? Убийство еврея. Значит, не еврея. Второе. Извлечение крови. Третье. Использование в ритуальной цели. С ритуальной целью. Отлично, говорит. Но тогда, значит, Белес, никаких доказательств использования, значит, крови нет. Значит, нет ритуального убийства. Мы даже не знаем, извлекал ли он эту кровь. Это не обсуждался на процессе. Вот что такое дело без Белеса? Тело обескровленное лежит. Что, есть отпечатки пальцев Белеса или что-то еще? Ничего. Отлично, говорит он. Давайте второе. Еврей убил. Отлично. Еврей даже извлек кровь, но не употребил. Вот, пожалуйста. Нет ритуального убийства. Давайте, формулируйте ваши эти принципы. Отлично. Еврей убил, а еврей отобрал кровь. Не использовал. Еврей убил, но из пистолета, так что никакая кровь не извлекалась. Не ритуальное убийство. И вот такая вот статья, где было показано, что это решение о том, что где-то лежит тело, что оно обескровлено, и что на нем есть какие-то уколы, при отсутствии убийцы еврея и при ненайденном убийстве, означает полную и окончательную победу. Вот такая статья, наверняка была кем надо прочитана, но, речь уж очень читалась в газете, но она вот так вот не вошла совершенно в науку. Вот видите, весь наш курс, и завтрашний тоже будет, последняя такая же будет лекция, я не в силах объяснить себе, почему никому не интересные мемуары Марголина. Я не в силах объяснить себе, почему осталось в
качестве основного источника книга Тагера «Царская Россия. Дело Белеса». Вот она была «Царская Россия. Дело Белеса». В ней заведомо принималось, что убила шайка и все такое. И понятно, что царский режим пытался вот таким вот образом действовать. Вот эта книга осталась как бы базовой. Хотя сам он писал, что материалы комиссии временного правительства, с которыми он там работал, ему оказались при написании книги недоступны. Они напечатаны только в 99-м году. Вот, значит, в Питере это было издано, значит, под редакцией адвоката Резника, вполне современного адвоката, Генри Марковича. Вот, то есть, грубо говоря, с его предисловием. И, соответственно, обратите внимание на то, что появилась и еще одна важная книга, которую тоже, вот я главу из нее включил когда-то в сборник по делу Белеса, это книга историка «Черной сотни» Сергея Степанова, «Черная сотня», и там есть дело Белеса. А там то, на чем пишет. Одной из проблем процесса было доставление в суд неких уже осужденных преступников. И советская наука все время подчеркивала, что те, кто выступали на стороне защиты, в общем, были сотрудниками немножечко спецорганов. Так вот, Степанов в своей книжке показывает, что с другой стороны было то же самое. Значит, хоть их и не привезли, хоть там кто-то возражал и так далее против их там приезда. Но есть и третья мистическая часть. Это история с папскими буллами. Я начал не просто так с католицизма и православия. Но дело в том, что если православный навет вытекает из католического, а что, есть какие-то решения католической церкви на эту тему? Нет. И существует там, не помню, 9, 10, 11, 12 папских булл. Разных пап, естественно, за бесконечное там количество времени, которая посвящена отрицанию наличия этого уважаемого навета. И тогда защита дела Белеса предпринимает усилия и просит Рим предоставить это. И тут русский министр иностранных дел, что я помню фамилию, знаете, что не помню, сейчас кто тогда был? Сазон в это время. Он делает все, чтобы эти буллы не пришли. Их печатают в газетах. Вся европейская печать печатает. Ну что там печатать буллы? Большая проблема, что ли? Фотографии просто. Вот. И они не приходят на процесс. Как вам нравится? Масштаб. Вот вспомните, кто какое-то там дело Блондеса, ну кроме узких специалистов, дал, ну что какая-то там парикмахер. Вот, дальше. То, что я называл в первой лекции. Я так и не знаю, что такое дело Сыркиной. Оправдательный приговор, по которому отменили уже во время дела Белеса. Уже чуть не процесса Белеса, по опять. Я не знаю вообще, о чем идет речь. Кто из вас помнит, что такое фастовское дело? Это ритуальное дело после дела Белеса, очередное обвинение еврея, дальше выяснилось, что там убить евреи, совсем наоборот, нет, или там какая-то девочка пропала, девочка нашлась, несколько было там в фастове этих процессов. Это ничего вы про это не знаете, это нужно только для узкоспециальных каких-то, почти психиатрического желания это все изучать. А вот дело Белеса звучит как вот, смотрите, а что ему не звучать? Когда опубликован приговор по делу Белеса? Приговор, имеется в виду нерезультирующая часть. Я его, кстати, никогда не видел. Я бы с удовольствием посмотрел эти 400 страниц, если они сохранятся. Значит, это ноябрь 14 года. Пошла Первая мировая война. Все, какие тут разговоры? Уже не об этом. Но еще в 15 году сажали последних журналистов и адвокатов, которые выступали на стороне Белеса. Представляете, что это такое? То есть перед нами опять никакой, не просто там разгул антисемитизма в стране, ничего. Все это есть, только к делу не относится. Перед нами гигантский кризис страны, который выражается в этом происшествии. И больше ничего. Но для этого надо, как видите, сходить и в историю церкви, и в историю этих самых Иоанна Кронштадтского. А почему это так важно? Чего в 13 году? Иоанн Кронштадтский умер в 8-м. Что за какие-то общества Иоанна Кронштадтского, которое возглавляет, значит, не возглавляет, а Сикорский оправдывает их там. Ну, что это такое? И мы снова возвращаемся к Антонию Храповицкому. Когда вы о нем будете читать, вы всегда прочтете, что он на миссионерском съезде в Киеве в 8-м году, может быть, но в книжке у меня точно написано, когда, он вдруг выступил
И все почему-то говорят против имя Славца. Это тончайший такой вопрос теологии православия, в который я не хочу лезть. Вот, основываться ли нам на Григории Паламе или на чем-то еще, не хочу. Сейчас неинтересно. Так вот, и он, соответственно, зачем Харповицкому это все? Ну, потому что ситуация-то какая у нас? У нас ситуация такая, что начинается сектантское движение, о котором я вам сказал. И начинается такая вещь, как так называемые иоанниты. Да не против лично Иоанна Кронштадтского выступил Храповицкий. Да не обсуждал он проблему исихазма в чистом виде. С ума сошли? Публично, да? Только этого не хватало. Он обсуждал совершенно другую проблему. На Карповке в Питере был монастырь иоанитов, вот его поклонников. Ну, там уже дело дошло до свального греха, до каких-то, ну, почти франкистские, там какая-то матушка была. Вот против чего? Против вот этого сектантства. А оно на чем основано? Чем, собственно, Иоанн Кронштадтский отличался от других? И чего вдруг такая острота проблемы всей этой? Он это самое действие, то есть умную молитву, совершал публично и заводил народы. Вот это тоже делать не надо. Это вообще-то, говоря, чисто индивидуальное дело, совсем келейное. Понятно, да, о чем речь? Это еще и церковный вот такой кризис. Поэтому, значит, сами по себе разрастание сектантских движений с делом Пиреса не связано. Но ослабление православной церкви связано. Внутри православной церкви дикий афонский конфликт. Он, правда, какой-то зверский совершенно. Все-таки вывозить монахов при помощи бронзбойтов на канонерках, это что-то такое серьезное, я бы сказал. Дальше. Разложение внутри вот такого огромного народного движения, которое возглавлял Иоанн Кронштадтский сам по себе, вполне незаурядная фигура. Вот, значит, оно приводит вот просто к, сами понимаете, чему я опять политкорректен. К этим тоже надо быть политкорректным. Вот, поэтому я к свальникам тоже отношусь политкорректно. Ну, буду считать это смертным грехом. Так вот, значит, поэтому, значит, кризис юридический, возрастание революционного движения и, конечно, мистическое настроение самого царя. И вот здесь мы должны, конечно, отдавать себе отчет в том, что кризис русской церкви был связан еще и с таким явлением, как предсоборное присутствие. Решался вопрос о патриархе. А тогда это опять вопрос о власти. При абсолютизме. Когда у нас патриарх появился в течение 2 минут? В 18 году. Раздету помазанного главы страны, то и, значит, и вопрос о патриаршестве был как раз вопросом не менее серьезным. Кто у нас был Храповицкий? Храповицкий был вторым после Тихона по счету во время выборов. То есть он сторонник этого дела. Значит, никаких однозначных решений здесь нет. И мы имеем дело с, вот может быть, как и в случае с революцией 5-го года, пониманием того, что когда уже начинается Первая мировая война, то есть уже Россия ввязывается в мировые такие дела с прогрессивными, я бы сказал, державами, то какие еще подобные ритуальные процессы? И хотя суды формально продолжаются, как бы все, так, закрыли вопрос. Приходит к власти Временное правительство. Сразу комиссия по расследованию преступлений царского режима. Первое, что начинается, разговор на эту тему. О чем? Ну, не жалей Бересе. О том, кто из верхушки это организовывал и как. Сегодня можете это все прочитать. После этого, значит, ну и Временное правительство было временным, так вы догадываетесь. А дальше? Дальше погромы гражданской войны. Это, пожалуйста, корректируйте, это не ко мне вопрос. И что вы получаете? Вы получаете то, что где место вот этого кризиса? Остается точка. Последней в истории вот довоенной России, дореволюционной и так далее, до советской, было вот такое ужасное дело. Вот все в нем поучаствовали, прогрессивные силы одержали победу, ну конечно. И тогда теперь, я думаю, вы понимаете, что сегодня в каком-то из сеферовских сборников, а сакральная география, самый редкий почему, я напечатал статью о чем? О сегодняшних способах актуализации кровавой. Когда в 2007 году в Красноярске там какие-то дети надышались чего-то и в сероводороде погорели, в газете «Известия» выпускались фотографии этого места, это на Большой горе, так, чтобы это было точно как на иконе этого самого от жидов убиенного. Одновременно с этим в Киеве проходили всякие молебны на могиле Ющинского.
Одновременно с этим, вот Назаров, в борьбе с которым я не помогаю, большим специалистам по Жаботинскому, всему остальному из народа книги в мире книг, это одного уровня журнал по любым вопросам, вот, значит, оказывается, пишет эту огромную книгу, там есть житие, там есть канон, там люди поработали. И вы знаете, когда это происходит? Это происходит одновременно с канонизацией того, что называется «Сон исповедников российских». Ну, жертв революции, знаете? Вот. И сюда как бы подстраивается. Люди прекрасно понимают, что они делают. Разумеется, Русская Православная Церковь не благословляла издание этой книги Назарова. Разумеется. Ну, так там стоит какой-то там кременецкий, не там епископ непонятный, кременчугский. Дальше выясняется, что это какой-то раскольнической церкви. Ну, больно, читатель понимает, что кто это там, что написал. Вот. Это была, значит, первая такая история. Вторая, это журнал «Наш современник», который в соревновании с Назаровым напечатал ту же самую фальсификацию трехтомника по делу Бельского, Глазенаппа. А что это такое? Традиции кровавого навета всегда, а также протоколы всеволодских мудрецов, хотя это более позднее явление, всегда одинаковые. Выпускается книга с обвинительным заключением. Все. Вот так здесь было подогнано. То есть вот эти 800 страниц книги Назарова, ну или у Куняева то же самое, вот, надо же, какое редкое издание в любой библиотеке есть. Значит, вот они обработал этот Глазенапп, и они там соревновались, кто это первый издаст. Конечно, все подобрано именно так, чтобы читатель понял, о чем идет речь. В этом смысле мы, конечно, вписываемся вот в то, что Витя Шельман вчера говорил. Понятно, да? Ситуация никуда не девается, потому что кровавые наветы, они же были и в Советском Союзе. Даже человек один, был Дербенский навет, был Ташкентский навет, во Фрунзе было. Вы даже слыхом об этом не слыхали. Ну, 2-3 газетных статьи, ну, тогдашнего времени. И все. Когда начинается расследование убийства царской семьи, появляется слово «ритуал». Какой там ритуал? Были за ним какие-то еврейские буквы написаны или нет? Молились евреи перед расстрелом? Бред какой-то. Я в газете «Сегодня», значит, написал статью под названием «Срам-2». Дело в том, что статья «Срам-1» принадлежала, по-моему, папе Набокову из газеты «Речь», аккуратно по делу Бельского. Вот. И вдруг, не в газете «Сегодня», а в газете «Известия», прокуратура, он тогдашний «Известия», серьезно еще, вот, отвечает, что, непонятно кому, да мы слыхом не слыхали ничего подобного, нам сказали убийство царской семьи, давайте убийство царской семьи, какая разница. Но церковь настояла на изучение ритуального характера. Вот, поэтому, значит, вот те тенденции, которые мы видим, они проявляются именно тогда, когда надо, в момент объединения церквей, в момент Ельцина, что ослабление некоторого, да, вот это же в каком 99-м, в каком году похоронили царскую семью? 98-м. Ну понятно, да, сколько можно оставаться? Правильно, мы уже знаем, что после 96-го был не очень. Значит, можно начинать. Вот такая вот история. И здесь поэтому, значит, такой исследователь, кстати говоря, открывший первую могилу царской семьи, Рябов, написал роман о деле Бельского, он следователь, это роман такой следовательский, где он попытался свою версию высказать. Ну и сегодня последнее, что я вам сообщаю, из веселого. Некий рижский адвокат, чтобы я помню сейчас его фамилию, будучи реально адвокатом, изучил дело Бельского, а не протоколы суда. И изучил все, включая патоанатомические экспертизы и так далее, и в Риге вышла книга две таких, по-латышски и по-русски. Черные книги такие о деле Бельского, там много, кстати, полезного. Но что он с этим стал делать? Он стал ставить спектакли в Риге и предлагать после спектакля зрителям голосовать. Это можете найти в интернете, в русскоязычном тоже. Вот. Это было, конечно, сильно. Вы представляете, что он открыл? Почему я завершаю? Можно было на это не обратить внимание, да? Тем более, это не Россия и даже не, как бы сказать, актуальное для нас время, что он там в 2007 году это сделал. А все очень интересно. Он выявил ту самую суть. Как вот актер, насколько сильно сыграет, как пойдет, кто сегодня, да, вот я сегодня напился, играю в Бельского, у меня хреново пошло. А у прокурора хорошо, или мы наоборот там. И от этого, и там какой-то еще был типа 3-10, вот какой-то такой. Но наконец это все было торжественно прекращено, хотя еще раз повторю, он профессиональный адвокат, и в его книге очень много полезного. Потому что надо смотреть само дело, расследование, и вот на суде не читали патоанатомические документы полностью, там были закрытые заседания, ну не все можно, да. Вне медицинской среды обсуждать.
Вот. Но тем не менее, вот даже до такого доходит. Это наш дорогой Евросоюз чем занимается. Это к вопросу о том, что никаких границ здесь нет. Значит, это наследие Российской империи, как бы там не обижались на меня. Свободные Балтийские страны, в освобождение которых я внес некоторый вклад. Поэтому, значит, мы просто должны понимать, что когда вот такие знаковые явления в истории есть, попытайтесь найти те процессы, которые они выявляют собой, и тогда вы поймете, в какой момент их применяют сейчас. Ну вот, собственно, все, чего хотел по этому вопросу. Спасибо вам.